Возвращение блудного сына. Рембрандт. Около 1668 года. Одной из вершин творчества великого нидерландского художника считается картина «Возвращение блудного сына». Она была написана в последние десятилетия жизни мастера, когда он был уже немощным, старым и нищенствовал, ведя полуголодное существование. До этого Рембрандт неоднократно обращался к сюжету блудного сына в своих графических работах. Живописная поверхность полотна буквально излучает тепло рембрандтовской палитры, мерцающая светотень подчеркивает фигуры главных героев. В образах склонившегося старика и его колено преклоненного сына живописец выражает сложнейшую гамму чувств – раскаяние и милосердие, безграничную любовь к своему ребенку и горечь позднего прозрения. В картине «Возвращение блудного сына» психологический талант Рембрандта раскрылся в полной мере, ведь в нее он вложил весь свой творческий опыт. Заходите на наш сайт museumira.com и подписывайтесь на наш канал.